Любая игра – это пища для размышления. Считаю, что мы немножко начали лучше действовать в атаке. Может быть, учитывая то, что перед этой игрой мы все равно по две тренировки делали, где-то нам не хватило последние 20 минут движения. Ну, по крайней мере, то, что мы просили, вот 70 минут и частично, может, последние 20 минут, мы, считаю, хорошо выполняли. Рабио, он много пропустил, ему надо наверстывать. Мы не можем сразу ее бросить там даже на 45 минут, поэтому постепенно, может, следующую игру дадим ему больше сыграть, учитывая то, что мы знаем, Кабре не будет играть с Ростовом, Тлисовым надо тоже игровую практику давать, Соснину игровую практику, ну и плюс к тому, что группа атаки у нас есть, где Безлихотнов тоже не, и Боян, они не лишние, поэтому им тоже надо давать игровую практику. Вообще на сборах такое более или менее, но все-таки это игроки обоймы, и как себя проявят, так и мы будем стартовать.